Будьте любезны, представьтесь, пожалуйста. Алексей Калашников. Калашников. Человек-змей. Угу. Нифига себе. Расскажите, пожалуйста, что вы нам прислали. Прислал свою фотографию на фоне своей афиши. Ночной клуб Лекс. 28 октября Хэллоуин проходил. Вот, собственно, такое событие у меня произошло. Угу. Круто. Почему решили вообще нам прислать? Ну, вас услышал, конкурс проходит, решил попробовать, почему бы нет. Тоже считаюсь как бы жителем нашего города. Угу. Круто. Ну, расскажите, рады, не рады вообще, что выиграли? Ну, я первый раз вообще. Событие как бы маленькое. Все равно какая-то радость. Угу. Еще-то будете участвовать? Попробую. Скажите, пожалуйста, буду еще участвовать? Буду еще участвовать. Здорово. Обязательно присылайте.